Всем привет, друзья! С вами Анидзука, и сегодня мы взглянем на новую приключенческую мультяшную игру под названием Eidon Chronicle Rising. Игра вышла 10 мая в Стиме. Как вы видите, имеет русский язык, что, наверное, важно, потому что очень часто в последнее время в играх в Стиме не указывается наличие русского языка, и игрокам, короче, непонятно, покупать, не покупать. В общем, здесь, видите, есть русский язык. Играть с самого начала будут созданы данные автосохранения. С самого начала? Так мы еще не начинали играть? Так, погнали. Файл создан. Мне показалось, что это что-то любопытное с интересным визуалом. Я поэтому решил ее попробовать. Так, сколько еще идти? Тина, юная девушка, потомственная охотница за сокровищами, пришла в новую Наваю завершить свой семейный обряд посвящения. Открыто рунные катакомбы. В новой Наваю вас ждет неслыханное богатство. Мы рады всем искателям приключений. Судя по тому, что я слышала вчера в гостинице, тут уже не так далеко. Если я не потерялась... А, стой! Ты сможешь мне помочь? Что случилось, воры? Бандиты, в последнее время они тут повсюду. Но ты с виду вроде можешь постоять за себя. А, что ты хочешь сказать? Я обычный торговец. Ты всегда судишь по внешности? Ой, прости. А что, позарилась на беззащитного торговца? Отвали, девчонка. Вздыхает. Вам даже не хватило благоразумия с этим поспорить. Не могу смотреть, как воруют. Это противоречит моим принципам. Ну, что же вы, трусы? Получите по заслугам. Так, победите бандитов. Так, у нас есть управление. Атака, прыжок, уникальный навык. Зайдите, нападите на появившихся бандитов, хотя некоторые схваток можно избежать. Бывает так, что враги преграждают вам путь. Всегда будьте готовы к бою. Так, быстрый шаг. Уникальный навык Тины. Тина может быстро перемещаться на короткое расстояние. Сделайте быстрый шаг вперед, движение или назад, если стоите на месте. Выбрав правильный момент, можно использовать этот навык для уклонения от вражеских атак. Вот этот РТ, уникальный навык, да, у нее? Ага. Ох, бежим! Странно, они перемещаются. Неплохо, лучше, чем я ожидал, учитывая твою молодость. Меня зовут Хоган, а ты просто спасла мою шкуру. Я перед тобой в долгу. Хоган, никогда не упускающий возможности, быстро заметил внезапный приток искателей приключений в новую Наваю и еще более быстрее открыл уполномоченным городом обменную лавку. Тина, прославленная охотница за сокровищами, к вашим услугам. Прославленная охотница за сокровищами? Как это? Разве охота за сокровищами не похожа на воровство? Единственное отличие... жива твоя цель или мертва? Хотя воры слишком многое о себе возомнили, так говорят в моем клане. А, то есть лучше называть тебя охотницей за сокровищами? Как я понял, именно за ними ты отправилась в новую Наваю. Именно, а ты? Только что оттуда взял с собой пару безделушек, чтобы продать. А что насчет линз? У них есть линзы? Да, и много. Я даже слыхал, что некоторые счастливчики сами нашли рунические линзы в катакомбах. Ух, тогда мне скорее туда надо. Эта огроменная линза скоро станет моей. В какую сторону город?
Какой из меня джентльмен, если я сам тебя не провожу? Это меньшее, что я могу сделать. Юный страж, уже вернулся Хоган? Подожди, где твоя охрана? Разбежалась едва, завидев бандитов, а ведь я хорошо им заплатил. Опять бандиты. И больше, чем в прошлый раз. Кто-то должен с этим разобраться. Слушай, мы здесь просто охраняем заставу. Если хочешь пожаловаться, обратись к временному мэру. Да-да. А кто эта барышня? Ее зовут Тина. Она... Как же там было? Охотница за сокровищами, прибывшая по великодушному приглашению временного мэра. И она уж точно будет понадежнее вас, оболтусов. Очередная безрассудная искательница приключений, решившая рискнуть жизнью, да еще и ребенок. Приму это за комплимент, спасибо. В моем клане благоразумных нет, одни безрассудные глупцы. Ладно, временному мэру будет приятно это слышать. Проходите. Да, много здесь болтовни, конечно. Ну, я так понял, это что-то типа РПГ. Меня что привлекло, что здесь как бы не пошаговые бои. Я вот поэтому решил ее попробовать. Ну, визуалка. Визуалка необычная. И бои, экшен в реальном времени. Так, уже вернулся. Я точно помню, как совсем недавно ты отбыл. Сквош, ты не поверишь. Надо же, ну, по крайней мере, ты невредим. Спасибо этой барышне, госпожа Тина, да? Сквош, полномочный оценщик, рад знакомству. Сквош, эксперт во всем, что блестит, оказался в Новой Новее в погоне за блестящим будущим. Здесь он открыл свою лавку аксессуаров и благодаря своему проницательному взгляду быстро стал полномочным оценщиком города. Полномочный оценщик? Именно, моя работа — оценивать артефакты, найденные в катакомбах. Для чего? Ну, для определения их стоимости, конечно. Все артефакты, найденные в катакомбах, облагаются налогом на добычу в 30%. 30%? Ты еще не знаешь самого худшего. Если хочешь попасть в рунные катакомбы, тебе потребуется разрешение на добычу от временного мэра. И это разрешение обойдется недешево, правда, Сквош? Боюсь, что да. Кажется, мэр у вас довольно ушлый. Да, именно. Вполне. В любом случае, что помешает мне тихонько пробраться на другую сторону руин? Ой, я бы не советовал. Тебя поймают, когда ты попытаешься выбраться оттуда с полной сумкой добычи. Далеко не уйдешь. Чтобы пресечь любое воровство, наняли этого сомнительного типа из восточного предела. По крайней мере, насколько я знаю. Я в свое время повидал всяких прохиндеев, но этот наемник действует на нервы. Не сомневаюсь, что лишь благодаря его присутствию бандиты еще не заявились к нам на порог. Может быть, навестим мэра сами, а? В конце концов, даже с самыми ушлыми людьми можно договориться. Отличный план, идем. Сюда, город уже рядом. Ладно, наверное, когда мы увидимся в следующий раз, у тебя будет куча сокровищ на оценку. До встречи. Вот оно, расцветающее пограничье новой золотой лихорадки. Добро пожаловать в новую Неваю. Что-то смотреть тут особо не на что. Я же сказал, расцветающий, да? Работа еще идет. Что это? Землетрясение. Ох, ненавижу землетрясение. Все нормально, не такое уж и сильное. В любом случае, землетрясения тут бывают, а лучше быть начеку. Кстати, именно благодаря землетрясению мы и нашли эти катакомбы, очень сильному около 3 месяцев назад. Так вот, что здесь случилось. Наверное, мне лучше вернуться, открыть, наконец, свое дело когда-нибудь.
Думаю, у меня получится немного заработать, если открыть лавку, где искатели приключений смогут обменивать товары. Забегай, когда я откроюсь. Подожди, где мне найти мэра, о котором вы рассказывали? Городская управа на площади, где же еще? Спасибо, Хоган, больше не нарывайся. Скрестим пальцы, милая, скрестим пальцы. Пока. Теперь пора найти мэра, который гребет деньги. Так, главное меню. Через главное меню можете проверить, как идут дела с прохождением текущего квеста. И посмотреть свои характеристики и предметы. Также на этом экране есть мини-карта, где отображается ваше текущее положение. Это шумная площадь, настоящее сердце Новой Инаварии, где люди людны днем и ночью. В центре стоит городская управа, рядом с которой находится доска объявлений, где Тина может узнать, кому из жителей нужна помощь. Так. Так, а что тут? Вот карта, да? Извини, подскажешь, где я могу найти этого ушлого временного мэра, о котором столько слышала? Ушлого? Как грубо. Ой, полегче, я просто... Подожди, это ведь не ты, да? Да, я еще временный мэр этого города, и я бы очень хотел узнать, кто считает меня ушлой. Айша, взявшая на себя обязанности временного мэра после исчезновения ее отца, приняла решение открыть карьер для искателей приключений и обложить их налогом за это право. Ой, ну это Хоган и Сквош. Опять они, наверное, пора повысить им налоги. Простите, ребята. Наверное, ушло это немного чересчур. Судя по тому, что я слышал о мэре, я думал, он какой-то старый хрыщ. Очаровательная девушка вроде тебя. Кстати, сколько тебе лет? 16, а что? Как и мне. Я Тина, очень приятно. Искательница приключений, я полагаю. Никогда не суди о книге по ее обложке, как говорится. Мы всем здесь рады. Тина, сокращение. Хочешь сохранить полное имя в тайне, да? Хватит обо мне. Разрешение. Точно, я прислал за разрешением на добычу. Разрешение добычи стоит 100 тысяч бакви. Ни монеты меньше. 100 тысяч бакви? Ты с ума сошла? Разве похоже, что у меня столько есть? Мне 16. Дай мне детский билет, как в городских конных экипажах. Ты думаешь, я настолько недалёкая? Даже в этих твоих конных экипажах все, кто старше 12, платит полную цену. Ты знаешь свои конные экипажи, надо отдать тебе должное. Не волнуйся, мы помогаем финансово несостоятельным. Возьми эту карточку для печати, собери достаточное количество печатей, и я выдам тебе разрешение на добычу. Карточку для печатей? Жители Новой Инваи часто вывешивают предложения по разовой работе на доске объявлений. За выполнение своего задания житель ставит на карточке печать. То есть мне нужно помогать жителям города, так? В принципе, да. Землетрясение 3 месяца назад значительно осложнило многим жизнь. Работы много, рук не хватает. Легко, никуда не уходи, ты не заметишь, как я вернусь со своим разрешением. Так, карточка для печати. Собирайте в этой карточке печати, помогая жителям города. Необходимо для получения разрешения на добычу. В Новой Невейде нет искателя приключений без карточки для печати. Так, и что нам теперь? К доске объявлений идти? Найти горожан, которым нужна ваша помощь. Или... А, вот у кого это самое, восклицательные знаки над головой, да, видимо? Хотя тут большая карта-то. Вот я вижу вот
Так, вот есть доска объявления, вот есть маленькая девочка. Ну-ка, давайте подойдем. Привет, ты случайно не знаешь, тут кому-нибудь нужна помощь? Знаю. Правда, кому? Мне. Ох. Слушай, я бы хотел тебе помочь, но если ты не поставишь мне в карточке печать, будут вынуждены отказаться. Печать, которую мэр раньше всем раздала, у меня есть, смотри. Ух ты, они есть даже у детей. С этой печатью искатели приключений сделают все, что ты только попросишь. Так что используй их в свое удовольствие. Вот что сказал мэр Айша. Да, уж ушлая, точно подмечено. Ты тоже искательница приключений? Ага, и зови меня Тина. А тебя как зовут? Ну, ты ведь мне поможешь, Тина? Конечно, да. Что я могу для тебя сделать, Прия? Найди ням-ням. Она убежала из дома и еще не вернулась. Не может быть, ням-ням это твоя младшая сестренка? Моя кошка, белая, пушистая и очень милая. Ты хочешь, чтобы я нашла кошку? Вздыхает. На что только не пойдешь ради охоты за сокровищами. Она испугалась землетрясения и выпрыгнула из окна. Она еще маленькая, поэтому ей опасно гулять одной. Если она выйдет за стены ее, может съесть монстр. Пожалуй, найди ее, Тина. Ням-ням, мое сокровище. Сокровище, говоришь? Если я что-то и умею, то это искать сокровища. Ты не заметишь, как я верну тебе ням-ням. Ох, спасибо, я буду ждать тебя здесь, хорошо? Так, ну и чего, разузнать информацию на площади. Куда нам ее искать, эту ням-ням-то? Так, давайте доска объявлений подойдем тоже посмотрим. Может, сразу несколько квестов? Здесь нечего смотреть. Так, старушка. Чужеземка, кончай болтать. Пока вас не было, это была маленькая тихая деревенька. От вас одни неприятности. О чем вообще думает эта Айша? Никакого уважения к традициям. Так, девушка. Ух ты, никогда не видел таких искательниц приключений, как ты. Если найдешь что-нибудь стоящее, не оставляй все себе, хе-хе. Наверное, эта старая кошелка не осознает блага от вашего появления, но я понимаю. Все, что у нас осталось, шахтерский промысел, особенно сейчас, когда они закрыли катакомбы. Зачем нужен шахтерский город без шахты, вот честно. Айша временами безрассудна, но в этом она права. Что ты имеешь в виду, жадная это да, но безрассудная? Ах, я ничего такого не хотел сказать, просто она отличается от всех нас. Так, мальчик. Ты не видел здесь милую пушистую белую кошечку? Видел, ты про кошку Прии? Ням-ням? Правда, куда она пошла? Я дернул ее за хвост, она убежала в лес. Зачем ты дернул кошку за хвост? А почему нет? В любом случае, это не твое дело, чужеземка. Очаровательно. Она еще маленькая, так что монстры ее точно сожрут. Они здесь повсюду, с тех пор, как началась добыча. Пока я здесь, монстры не сожрут ни одну кошку. Я обещала привернуть ее сокровище, и я это сделаю. Спасибо за сведения, малыш, хотя ты мог бы быть и повежливее. Доступен маршрут окраины города Большой Лес. Подземелья. Вокруг города есть разные подземелья, в каждом из которых можно добыть уникальные ресурсы. После землетрясения там становится все больше монстров, так что будьте осторожны. Так. А, ну нам показ, куда идти. Ну пошли. Да, реально важно, что здесь есть русский язык. В принципе, интересно сделаны диалоги. Такой, знаете, как будто какую-то книжку детскую читаешь. Большой лес нам сюда, да? Большой лес. Огромный пустой лес сразу за границей Новой Невайи. Здесь много еды, дерева и камня, но из-за появления монстров после землетрясения он стал опасным. Брутальный искатель приключений. Код, простите, понятия не имею. Указатель.
А, вот можно сохраниться, да, здесь. Давай сохранимся. Все, можем сражаться. Как-то анимации не очень хорошо сделаны. Вот это вот. Ну, тут как-то такая стилистика, как будто, да, эти из трафарета, по трафарету вырезаны персонажи, такие плоские, как будто из бумаги. А фаны, заметьте, такие типа трехмерные, красивые. Это кто у нас? Это монстр. Можно было, видимо, с ним не сражаться, да? Повышение уровня. Вообще, насколько я знаю, тут будет несколько персонажей. То есть, то ли они в команде будут бегать. Там какие-то разные будут боевые системы у них. Не знаю, дойдем ли мы до кого-то сейчас. Здесь, в первом взгляде, да, это коротенькое видео будет. Кошка! Маленькая, миленькая, белая, пушистая. Ага, ты и есть ням-ням. Ням-ням, кис-кис-кис. Кто у нас тут хорошая кошечка? Она дальше убежит, небось, да? Бояться нечего, только не убегай. Эй, схватила. Попалась. Мяу. Что такая лапочка делает в подобном месте? Вернем тебя домой, хорошо? Я вернулась, и смотри, кого я нашла. Мяу. Ням-ням. Мур-мур. Я так волновалась за тебя, глупышка. Не ругайся, ладно? Она просто испугалась и убежала в лес. Испугалась? Ой, прости, ням-ням. По крайней мере, ты не пострадала. Не убегай больше, ладно? Мяу. Большое спасибо, Тина. Как и обещала, вот тебе моя печать. Спасибо. Готово. Одна печать есть. Эх, осталось еще много. При, ты случаем не знаешь, кому еще может понадобиться моя помощь? Знаю. Правда, и кому же? Моему папе. Наш дом сильно пострадал три месяца назад во время землетрясения. Папа пытается его починить, но ему не хватает древесины. Сможешь ему помочь, Тина? Конечно, я этим займусь. Мне нужно заполнить эту карточку, чтобы получить разрешение на раскопки. А сама себя она не заполнит, так ведь? Ты лучше всех, Тина. Так где там твой папа? Мы живем вон там, в жилом районе. А теперь можем туда переместиться, в ту область, да? Поняла, пока, пока-пока. Так, первая печать. Смотрите, сколько много печатей-то нам надо собрать. Офигеть. По мере того, как группа набирает опыт, растет уровень и характеристики персонажей. Опыт дается за прохождение квестов и победы над врагами в подземельях. Открыто достижение. Все еще впереди. Главный квест 2. Восстановить мой разрушенный дом. Наступит маршрут площадь жилой район. Это объявление. Нет, нечего смотреть. Хотя вроде что-то есть. Видимо, нам еще рано. Так. Жилой район. В этой части города расположены дома коренных жителей Новой Инвеи. Временный мэр Айша зовет это место своим домом. Реально приятная картинка такая в игре. Вот этот разрушенный дом, нет? Хотя на вид вроде нормальный. Здрасте, а вы не папа Прие?
Он самый, а ты кто? Очередная искательница приключений в поисках сокровищ? Агась, я Тина, очень приятно. Я Ганеш. Откуда это ты дочку мою знаешь? Мы встретились на площади, я помогал ей искать ням-ням. Вот значит как. Очень любезно с твоей стороны. А что же тебя привело ко мне? При сказал, что у вас возникли проблемы с ремонтом дома после землетрясения. Я решил зайти и помочь. Ясно, ты думаешь, что мне печати... Ты думается, мне печати собираешь? Агась, но у меня пока только одна, так что если вам нужна помощь, вот она я. Ну, у меня есть для тебя найдется работенка. Правда? А чего нет? У мэра очень ловко с вами искателем приключений придумано. Если хотите работать, то чего вам отказывать? Верно. Так что за работа? Нужно, чтобы ты собрала дров для починки моего дома. Тебе надо сходить за город в большой лес. И все? Да без проблем. Я бы сам пошел, но говорят, после раскопок в лесу полно всяких тварей. Но все слишком боятся, чтобы сходить и самим посмотреть. Я не знала, что из-за рунных катакомб столько проблем. Тебе понадобится топор, ты ж не будешь уговаривать деревья упасть? Держи вот этот старый. Спасибо, я мигом. Осторожнее там. Получается, мы сейчас в тот же лес вернемся, да? Топор уровень 1. Этот инструмент нужен, чтобы рубить деревья для добычи древесины. Чем выше уровень вашего топора, тем больше видов древесины вы можете добывать. Получено зелье исцеления. Так, израсходуем предметы, такие как зелья и бальзамы, хранятся в волшебной сумке. Если волшебная сумка заполнена, предметы хранятся на складе. Не забывайте проверять содержимое волшебной сумки перед тем, как отправиться на поиски приключений. У нас склад еще есть. Так, ну и чё? Мы идем в лес же, да? А там чё у нас за дворки жилого района? Туда нам ещё, по-моему, не надо. Значит, мы идем в лес за древесиной. Хотя, наверное, можно и быстрое перемещение использовать. Так, мы пошли в лес. Так, враги и ресурсы. Убитые враги, собранные ресурсы вновь становятся доступны только после того, как вы выйдете из подземелья. Если вы не можете найти нужные ресурсы, вернитесь на базу и повторите попытку, после чего хорошенько отдохнете. А, понятно. Сумка для ресурсов, собранных в подземельях. По возвращении в город ее содержимое перемещается на склад. Заполнив эту сумку, вы не можете больше собирать ресурсы. Но помните, что вы всегда можете выбросить ресурсы, которые вам не нужны. Так, а что тут указатель светится? А, это же сохранялка. Сохранялочка. По идее, вот там, где мы кошку нашли, да, там какие-то деревья были. Бревна какие-то были. Возможно, там и нужно порубить. Ну, вот это вот что у нас. Так, а как нам топор-то достать? Квесты, характеристики, волшебная сумка. Так, это не то. Сумка для ресурсов. Ресурсы. Склад. Так, а как же мне... А, наверное, характеристики снаряжения, да? Сменить снаряжение. Аксессуар 1. Подожди, у нас же топор должен быть. Как нет предметов? Или у нас он считается, что есть топор, оружие, парные топоры. А, ну, парные топоры у нас какие-то есть. А, ну да. Вот и все. Атака в прыжке. В подземельях встречаются летающие враги.
Атаки в прыжке — лучший способ справиться с противником в воздухе. Так, а древесина собирается, да? Полученный ресурс древесины, да. Один из трех. Вот еще, кажется, да? Два из трех. Кажется, все. Больше мы, наверное, не унесем, да? Да так-то интересно тут поисследовать этот лес. Мне просто нужно добыть желаемые вернуться. А, ну все тогда. Пошли назад. Так, а может я могу реально телепортнуться как-то? Так. Не, я не вижу сейчас возможности телепортнуться. Придется бежать. Хотя вот так, конечно, сделано, что тут, типа, ну, по пустому уровню обратно бежать не так уж и весело. Странное решение. По идее, вот тут надо было сделать, типа, собрал ресурсы, и тебя, бац, это, телепортнуло куда надо. Что-то чуть подзаклинило сейчас у меня, видели? Так, древесина. Обычная, всем доступная древесина. Не самый прочный материал, но для маленького домика сойдет. Так. Сохранить. А вот здесь можно выбрать место, да? Смотрите, когда мы в городе находимся, жилой район, окраина города. Тут можно вот сразу в жилой район попасть. А вот когда на квесте, ты не можешь этого сделать, да? Ну, хотя бы так. А вот и я, держите, думаю, должно хватить. Отлично, наконец-то я смогу закончить ремонт своего дома. Спасибо тебе огромное. Этот дом принадлежал моей семье многие поколения. Он мое самое ценное имущество. Не знаю, что бы делал, если бы потерял его. Мои предки наверняка ворочаются в своих могилах. Ты очень меня выручила. Давай я поставлю печать в твою карточку. Спасибо, Тина. Всегда, пожалуйста, прия. Как ням-ням, хорошо себя ведет. Мяу, ты умница. Знаешь, если бы все искатели приключений были такими, как ты, даже мой старик бы одумался. Тебе есть где остановиться? Не, пока нет, думаю, стоит поискать гостиницу. Боюсь, ничего похожего на гостиницу здесь не найдешь. Чего? Но где тогда останавливаются все искатели приключений? Они ставят палатки на улице чужеземцев. Палатки? Но я сомневаюсь, что там еще осталось свободное место. Последние месяцы сюда стекаются искатели приключений, желающие разбогатеть. Спать на улице — к такому я готова не была. Если хочешь, у нас есть домик, можешь в нем пожить. Ничего, такой домик. Последний жилец только что съехал. Там скромно, но это лучше, чем спать на улице. А, ну, я не то чтобы при деньгах. Благодаря тебе у нас при есть крыша над головой. Меньше, что я могу сделать, это предложить то же самое. Деньги не нужны. Правда? Вот ключ. Дом вон там. Надо только с холма спуститься. Посмотри, как будет время. Спасибо огромное. Вот теперь жилище. Там и склад ночной, наверное, есть, да? Как тебе жилье, сойдет?
Конечно, но мне точно не нужно за него платить. Нет, я ведь уже сказал, а честный человек от своего слова не отказывается. Если не возражаешь, я хочу попросить тебя помочь моему отцу, так же, как ты помогла нам. Твоему отцу? То есть дедушке Прии? Да, я с радостью, но что нужно сделать? Помочь с ремонтом часовой башни. Часовой башни? Ты наверняка видел на площади рухнувший столб. Когда-то это была часовая башня, символ нашего города. Я пытался сказать отцу, что у нас нет материалов для ее ремонта, но он меня не слушает. Все понятно, вам нужна помощь, мне нужны печати, за дело. Спасибо, вот еще, мой отец может быть слегка грубоват. Уверен, в какой-то момент он начнет язвить, но прошу, постарайся его игнорировать. Все в порядке, со стариками дело вести я умею. Спасибо, его зовут Шива. Почти наверняка он сейчас на площади. Так, база. Жилище Тины вдали от семьи и база для ее приключений. Отдохните здесь ночью, чтобы восстановить свои силы. Вы можете сохранить игру на базе Тины или у любого указателя. Если вы проиграете в бою, одна игра возобновится с последнего сохранения. Автосохранение выполняется автоматически. Квест завершён. Главный квест 3, часовая башня. А, уже начался. Так, ну я хочу в базу зайти. Типа сохранить можно, да? А можно закончить день еще, да? Ничего будет? А, и все. И все. Так, ну, я думаю, на этом мы и закончим знакомство с этой игрой. Первый взгляд, так сказать. Выглядит, в принципе, симпатично, интересно. Как вам, ребят? Пишите ваше мнение в комментариях. Да, много текста, много приходится читать. Это не всем зайдет. Особенно на стримах, например. Вот, но я думаю, многие любят такой жанр. Типа погрузиться в диалоги. И поиграть, побегать. Ну, конечно, дальше будет больше экшона, но игра очень медленно раскачивается. Тут, наверное, часа через два только экшон нормальный пойдет, я так думаю. Вот. В общем, ваше мнение пишите в комментариях. Там ставьте лайки или что вы можете поставить под данным видео. С вами была Нидзука. До новых встреч.